Привет! Баба Вера опять с вами. И сегодня, армии, подтягивайтесь, подтягивайтесь. Мне говорят, вы давно не смотрели BTS. Сегодня у нас будет BTS, их новая песня «Динамит». Мне эта группа нравится, вы же знаете. Я уже не раз рассказывала, с них началась моя бурная деятельность по полной. Так что появились эти реакции, появилось настроение. Мне многие говорят, вас заставляют это делать. Так кто меня заставляет, если я все делаю сама? Снимаюсь, выполняю ваши просьбы, потом монтирую, выставляю, все делаю сама. И когда много просмотров, мне тоже еще больше нравится. А так, просьб много, но если одному тебе нравится, их так и смотрят, 1000 посмотрят и все. А если многим нравится, тогда много и смотрят. Так, что сегодня у нас? BTS Динамит, я так понимаю. Как прочитала, так и говорю. Так что поехали. Вау! Молодцы, ребятки! Куда вы? Стойте! So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey. Light it up like dynamite. This is
конце эти фейерверки такие, мне так понравилось. Красотища. Молодцы, армии. Клип получился такой яркий, красочный, интересный, очень хороший. Мне понравился. Видите, повеселилась. Эх, давно я их уже не смотрела. И давно ж делаю реакции на них. Вообще, мне эта группа очень и очень нравится. Я так, знаете, как сначала как заинтересовалась и успокоиться не могу. Постоянно их смотрю. Видно, что ребята вкалывают, очень много работают, выкладывается в каждом клипе по полной, такие вот эмоции, такие вот. Поэтому и фанатов у них до чертиков. Много. Многим нравится. И плохих комментариев нет. Просто я не знаю английского языка, знаете. Не только английского, там по-разному пишут. Ну, не знаю. Поэтому плохих комментариев я не читаю. А вообще вот молодцы, выкладывается по-черному, по полной, да и клипы в них такие, знаете, разнообразные, эти танцы, это все. Короче, мне очень и очень нравится, и этот клип удивил. О, вот что-то новое, необычное, каждый клип у них новый, необычный, очень восхищаюсь, удивляюсь их работа. Молодцы, ребята, молодцы, успехов вам. Ну, а вам пока. До следующего клипа. Не спрашивайте, когда выйдет. Завтра. Баба Вера, 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 баба Вера.